Именно так и надо говорить. Так, ладно. А теперь мы притворимся детьми. Здравствуй, Дори. Приветик. Давай сыграем в прятки, хорошо? Хорошо, даже очень хорошо. Мы спрячемся, а ты считай, а потом ищи. Ладно, папа. Нет, нет, я не папа. Я хорошая рыбка и хочу с тобой дружить. Поняла? Да, папа. Я спряталась. Сосчитай до 10. 1, 2, 3, 5. Я люблю песочек и большую шерсть. Мама, а можно с ними поиграть? Дори, 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 Дори. Ты же помнишь, мы с тобой не должны приближаться к потоку. Жемчужинка, какой стишок мы учили? Видим, поток течет, говорим. Нет. Нет, нет. Стоп, разворот, да? Давай еще раз. Видим, поток течет, говорим. Видим, поток течет, вот поток течет, вот поток течет, вот поток течет, говорим, поток течет. Я опять все забыла. Нет, нет, милая, нет. Ерунда, не переживай. Нет, бусинка. А вдруг однажды вы меня забудете, а? А вдруг однажды я вас забуду? Что это, бусинка? Нет. Нет, мы не забудем тебя, Дори. И ты никогда не забудешь нас. Сюда. А. Кто тут? Я тут. Эй, привет. Ой, маленький ребенок, я сюда. Привет, малышка. Сюда. Мы тут, сюда. Здравствуй. Здрасте, я Дори. Вы мне поможете? Привет, Дори. Ты что, потерялась? Где твои родители? Я не помню. Посмотри вокруг. Их нет среди этих рыб. Здрасте, я Дори. Вы мне поможете? Детка, ты уже это говорила. Правда? Угу. Простите. У меня беда с краткосрочной памятью. Ой, какой ужас. Беда с памятью? А, знаешь, ты подожди секундочку, хорошо? Стэн, Стэн, что? Что? Что будем делать? Бедняжка потерялась. Я не знаю, что ты от меня хочешь. В смысле... Она ничего не помнит. Мы вообще не знаем, откуда она. Ясно. Помощь от тебя ноет. Я просто... А, Дори, детка, давай мы... Она пропала. Дори? Ой, как неудобно получилось. Дори! 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 Спасибо! Спасибо тебе огромное!
тебе повезло. Дай мне дачный ключ. Я все справлю. Дори, нам еще рано подниматься. Иди обратно в кровать. И не забудь, как ты не жалуешься. Да, простите, я обратно в кровать. Эй, Марлин, я... Иди обратно в кровать. Все просто. Спать в кровать. Эй, Марлин... Всем подъем. Ладно, всем пора вставать. И мы что-то искали. Эво. А, точно. Помню, как будто это было лишь вчера. Конечно, очень-то помню, что было вчера. На мой взгляд, страшнее всего была та встреча с четырьмя акулами. Стой, там было три. Нет, их было ровно четыре. Но ты говорил, что их было три. Сынок, кто из нас пересек весь океан? Нет. Если мы пересекли океан, чтобы его найти, то он был там. Пожалуй, что так. Согласен. Могли пропустить экскурсию. Экскурсию? Обожаю экскурсии, что смотрим. Ты ей не сказал? Да говорил я. Тори. Да. Мистер Скат сегодня должен следить за целым классом. Ага. Так что будет лучше, если сегодня ты будешь как раз не с учениками. Да? А почему? Ну, ты просто порой можешь кое-что забыть. Об этом я как раз помню. Да, но в этом совсем нет твоей вины. Но ты можешь потеряться. Угу. Мистеру Скату некогда следить за рыбой, которая теряется. У него на всех едва хватает времени и сил. Ой, бедняга, он работает на износ, ужас. Ты поняла? Конечно, я поняла. Точно? Угу. Отлично. Он просто хочет, чтобы я была его ассистентом. А, нет, не совсем. Это такая честь для меня. Я никогда не была ассистентом учителя. Мистер Скат, к вам ассистент. Так, ребята! Сегодня мы... Наблюдаем миграцию пятнистых скатов. Пятнистых скатов! Кто-нибудь знает, почему мы мигрируем? А ну-ка, ребята, кто знает ответ? Миграция — это наше возвращение... В кровать! Да! Нет! Песок! Нет! Миграция — это возвращение домой! Домой! Туда, откуда мы родом! Откуда мы родом? Кто расскажет, где он живет? Я у большой скалы, а я в третьей пещере отсюда! Мой дом расположен в водорослях горе, а ты где росла? Я? Я не знаю. Мои родители. Где они? Вам помочь? Простите, я опять забыла. У меня проблемы с... Краткосрочной памятью. А откуда ты знаешь про родителей, если у тебя плохо с памятью? Хороший вопрос, хороший. О некоторых вещах я помню, потому что они очень важны. К примеру, что у меня есть родители. Я знаю это, ведь я откуда-то появилась. У всех есть родители. Жаль, я не помню их имен, как они выглядят. И, наверное, уже не смогу их найти, но... О чем мы говорили? О мамах и папах. Мама и папы, верно. А почему о мамах и папах? Изучаем. Уже. Почему я? Ну что ж, по-моему, вы еще маловаты. Ну ладно. Итак, дети, когда две рыбы любят друг друга... И на этом мы прервемся. Все на борт, следопыты. С песней про миграцию усвоим информацию. Миграции, братцы, споем, чтобы разобраться. Ты у миграции поможет. Внимательно слушаем. Все слушаем. Когда поплывут пятнистые скаты? Когда поплывут пятнистые скаты? Где нам опасно находиться? Где нам опасно находиться? Где поток течет? Правильно. Где по... Поток течет. И со взмахом поток создается мощный поток. Осторожно. И он вас затянет. Мистер Скат, откуда они знают, куда плыть? Или движет инстинкт. Будто голос внутри. Он все знает. Она его услышит. Как любимая с детства песня. И кажется, я ее слышу. Она умерла? Нет, она
не умерла. Ну вот. Отойдите, не толпитесь. Жемчужина Марабе в Калифорнии. Я правда вспомнила! И что-то важное! Что-то важное? Что? Что именно? Я уже точно не знаю. Но ощущение довольности. Ладно, спасибо, мистер Скат. Простите, это ошибка. Мы уже уплываем. Не ешьте нас.
и мы вас никогда не забудем. Мы вам поставим памятник. Подождать в сторонке, подождать там и все забыть. В этом ты у нас мастер. Ты прав. Почему я решила, что я все смогу? Найти родителей я не смогу, мне очень жаль. Я все исправлю. Мне уже не больно. Я позову на помощь, хорошо? Это я смогу, я сейчас. Все будет хорошо, Немо. Эй, здесь есть кто-нибудь? Ответьте. Эй, кто-нибудь? Здравствуйте. Здрасте. Я Николай Дроздов. О, привет, Николай. Ты мне поможешь? Добро пожаловать к нам. О, отлично, отлично. Мы будем исследовать тайны Тихого океана. Удивительная жизнь. Его обитателей. Восхититься величием. Николай Дроздов, где ты? Дори, вот ты где. Ребята, нам поможет Николай Дроздов. Он скажет, где мы. Береги. Что за отношение к океану? Нет, 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 опять. Только не надо. У нас время, пусть осмотрим. Марвин! Немо! Эй, кто-нибудь, вы мне поможете? Ну, где помочь тебе? Что это? Помогите! Все выполнено. Слушай, ты же ученый, перестань дурачиться. Да брось, это смешно. Которых не оставят в институте. Их отправляют на постоянку в океанариум в Кливленд. Здешних рыб выпустят в океан, а из океанариума уже не выбраться. О, в Кливленд? Нет, мне нельзя в Кливленд. Мне надо в жемчужину Морабей в Калифорнии найти родню. Так ты на месте. Институт морской жизни. Жемчужина Морабей в Калифорнии. Ты уже здесь. То есть я отсюда? И родители тоже. Мне надо к ним. Ты из какого раздела выставки? Я из раздела выставки? Из какого? Как туда попасть? Это сложно, детка. Разве что... Да нет, нет, хотя куда это безумие? Нет. О чем ты? Скажи, я не боюсь безумия. Знаешь, а это заметно. Есть один способ помочь тебе найти родню, если ты согласишься отдать... Да, я согласна. Будем искать их вместе. Прекрасная идея. Вперед! Нет, 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 нет. Если ты отдашь ярлык, я пойду вместо тебя на транспортировку, а ты отправишься на выставку искать родню. Тебе надо только отдать мне ярлык. Какой ярлык? О, тут ярлык на плавнике. Как ты могла забыть ярлык? О, нет. Прости, у меня беда с краткосрочной памятью. Так ты не помнишь, о чем мы говорили? Совершенно. О чем мы там говорили? Ты хотела отдать мне ярлык. Мне он, в общем, нравится. А зачем он тебе? Да что ты... Я поехал в Кливленд.
Кливленд? Кливленд? Говорят, там здорово. А зачем тебе в Кливленд? Если останусь здесь, меня выпустят в океан. О нем у меня крайне неприятные воспоминания. Я хочу жить один в стеклянном ящике. Только и всего. Эй, ты, трудомой ярлык! Слушай. Я здесь не работаю. У меня нет карты экспозиции. Карта? Ну, конечно, ты отведешь меня к карте, и я пойму, где родители. Точно. Хорошо. Я тебя отведу, а ты мне? А у меня ничего нет. А может, возьмешь его? Договорились. Ты уверен, что я ей тогда сказал, жди там и все забудь, в этом ты у нас мастер? Да, пап, я так сказал. Дори поплыла наверх, а потом ее схватили. Я не спрашивал, что было потом. Меня интересует только тот момент, потому что если я так сказал, в чем я не уверен, то это даже комплимент. Я попросил ее подождать и сказал, что она это умеет. То есть я... Нет, я виноват. Это из-за меня ее похитили и увезли в это... Мы даже не знаем, куда. А вдруг это ресторан? Эй, вы двое, замолкните. Да, мы только уснули. Я смотрел свой любимый сон. О том, как ты лежишь на этом камне? Да. О, это хороший сон. О, да. Я его тоже люблю. Простите, смотрите, мы ищем. Это морские львы. Они резвые хищники. Того и гляди, накинутся. По виду не очень резвые. Они хотят, чтобы ты так и думал. Держись позади меня, говорить буду я. Простите, мы беспокоимся о подруге. Это ресторан? Приятель, это не ресторан. Твоя подруга в порядке. Правда? Это клиника для рыб. Николай Николаевич сказал, ее спасут, вылечат и отпустят. Выйдет оттуда как новая. Уж мы это знаем. Кожные паразиты. Анемия. Все подлечили и гуляй себе. Ой, слава Нептуну. Все будет нормально. Ни о чем не бе... Ни о чем не беспокойтесь. Ведь это институт морской жизни, жемчужина Мора Бэй в Калифорнии. Она была права. Значит, Дори умеет не только забывать. Спасибо, Немо, спасибо, сын. А как нам туда попасть? Вы что, тоже хотите попасть в институт? Чрезвычайно. Наша подруга совсем одна, ей страшно. И она совсем не знает, что ей делать. О, зато мы знаем. Правда? Что они делают? Я не знаю, но звучит кошмарно. Уже пришли? Нашла тебя, это просто... Сколько можно повторять, это не судьба! Ой, я уже говорила про судьбу. Прости, я нервничаю, потому что встреча родителей. Я не видела их, я не знаю сколько, потому что у меня проблемы с краткосрочной... Краткосрочной памятью. Да-да-да, все, больше никаких разговоров. Не вражу болтовню. Ты как? Все отлично. А ты как? Все отлично. Вранье. Ничего не отлично. Все отлично, а ты как? Хэнк, смотри, как... Шш, ты изучишь карту и найдешь, где живут родители. А я отправлюсь в Кливленд. Все ясно? Ясно. Что ты сказал вначале? Что? Осьминог опять сбежал? Ух ты, сколько тут растений! Одного дня явно мало, чтобы все обойти. Давай! Ладно. Передай всем, пусть будут начеку. Мы же сегодня должны были выпускать этого осьминога в океан. Нет, конечно, не видел. Если бы увидел, поймал бы. Вот ты где. Быстрее. Ладно. Где начинается это? Детская зона. Детская зона? Ты что, никаких детей? Они все хватают. Я не хочу потерять еще одну щупальце. Ты потерял щупальце? Ну, тогда ты не осьминог, а семенок. Я, конечно, не помню, но считать умею. Ладно. Путешествие. Какая ракушка? Какая ракушка? Пап, я тебе ее дарю. Спасибо, бусинка. Ты нашла еще одну. Правда? Конечно, правда. Дори, у тебя отлично получается. Смотри, ракушка. Я тут живу. Да, ты тут живешь. Люблю ракушки. Правильно, малышка. А может, найдешь для меня еще одну? Я обожаю сиреневую. Мамочка. Сиреневый. Хэнк, у меня дома сиреневая ракушка. Вы что? В половине аквариумов они сиреневые. Не-не-не, ты не понимаешь. Я вспомнила. Она любила сиреневый. И она чуть-чуть смеялась. А папа был очень добрый. Если твоего приеду нас поймают. Это осьминога. Прием. Все из-за тебя. Прости. Хуже нехуй уже. Так, судьба. Судьба? Эй. Очень тихо. Где чисто? Нужно в это ведро. Да, там написано судьба. Нам надо в это ведро.
я не полезу с тобой в ведро. Нет, не надо. Я не знаю. О, привет, ребята. Я ищу своих родителей. О, ну, конечно, маскировка. Простите, я моргну. Как вы так долго таращитесь? Минуточку. А эта особа живет тут уже очень давно. Это титовая акула. Ее зовут Судьба. Судьба? Да, заметьте. Она ужасно близорука и плохо ориентируется в родной среде. О, а вот и она сама. Судьба, ты Стой, что? Привет, я здесь. Ты не поможешь? Кто это? Говорящий синий пузырь? Хочешь помочь? Я потеряла родителей. Потеряла родителей? Это долгая история, если честно, я мало что помню. Ох ты, бедненышка. Нет. Прости, я ужасно плаваю. И вижу, неважно. По-моему, просто чудесно. Я еще никогда не видела, чтобы рыба так плавала. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста, вам. Стой, повтори-ка. Ну, пожалуйста, вам. Дори? Да. Дори? Да. Дори? Да. Дори! Мы с тобой дружили. Да ну. Дори, это же я, Судьба. Мы знакомы? Конечно. Мы разговаривали по трубам в детстве. Ты мой трубодруг. Правда? Ты такая красивая. Ты знаешь, откуда я? Да, ты из раздела «Открытый океан». Из раздела «Открытый океан»? Там мои родители. Поплыли скорей. Проводишь меня? А, киту здесь нелегко перемещаться. Ой, а можно немножко потише? Голова болит. Кто это? Мой сосед Бэйли. У него была травма головы. Я знаю, ты говоришь обо мне. Он думает, что потерял эхолокацию, но я слышала врачей. Я рядом. Слышу каждое слово, сказанное обо мне. Что такое эхолокация? Голова Бэйли должна посылать сигнал, а эхо показывать картинку того, что далеко. Но ему кажется, что он все еще болен. Теперь точно знаю, что обо мне. А я лишился эхолокации. Не могу больше это слышать. Я ударился головой и получил серьезную травму. Видишь, как она раздулась? Голова должна быть большой. Ты же белуха. Эхолокация. О, это как самые мощные очки в мире. Что? Что еще за очки? Это когда ты делаешь и все видишь. Откуда я это знаю? О, интересненько. Вот ты где! Слушай, мы в расчете. Я отвел тебя к карте. Гонение ярлык. Стой, стой, нет. Я знаю, где мои родители. Они из... как это называется? Открытый кран? Открытый океан. Открытый океан. О, открытый океан. Я понял, где он. Он как раз в том месте, которое... Мне плевать, где. Полегче. Если хочешь в раздел «Открытый океан», плыви по трубам. По трубам, прекрасно. По трубам? Да, два раза налево, прямо, и ты там. Ой, так много поворотов. Это... Ты слышал, Хэнк? Все запомнил? Я-то? Да. Отлично, вперед. А дальше без меня. Я не пролезу. Дальше сама. Это слишком... Нет, я не смогу, я путаюсь в направлениях. Ну, мне очень жаль, но у нас уговор. Ты искал родителей, вот путь к ним ведущий. Давай, ярлык. Ну, Хэнк, я не пройду по трубам одна, я все забуду. Это твои проблемы, ярлык. Ну, тогда мне точно нельзя. Ну, прости, другого способа нет. Другого способа нет. А другого способа нет? Ну-ну. Милый, ничего страшного. Знаешь, в жизни не все дается просто. Ведь правда, Чарли? Да, наша мама права. Если у тебя что-то не получается, надо сразу все бросить. Чарли! Шучу. Это шутка. Просто шутка. Шучу. Осторожно, шутник заработай. Видишь, Бусина, всегда есть другой выход. Спасибо, папочка. Спасибо, папочка. Нет, папа сказал, всегда есть другой выход. Что? Нет, нет, другой выход. Открытый океан. Открытый океан? Я уверена, что это то здание. Круглые и нелепые. Как голова были. Эй, что? Вот он. Ребята, за мной. Я знаю, как попасть в твою штату. Открытый океан. Точно. Ребята, вы знаете, что мне туда не доплыть, да? Как это поможет нам попасть внутрь? Что вы такое делаете? Мы зазываем ее. Зазываете? Кого зазываете? Парни, это Бекки. Лететь? Нет, 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 неприемлемо. Так, поблагодарите ее. Ребят, вы сделали все, что могли. Правда. Но, может, есть способ попасть туда, ну, я не знаю, вплавь? Потому что это уже слишком. Так, твою подругу направят в карантин. Туда забирают всех больных. И единственный способ попасть в это место – это Бекки. Привет, Бекки.
хватит. Это что за птица? Морской дятел. Не понравился, пап. Бекки, милая, эти две славные рыбки должны попасть в карантин. Ты не занята сегодня, дорогая? Бекки, мы тебя не сильно обременим. Ай! Она не понимает, что я говорю. Приятель, прежде ее нужно захомутать. Кому что? Захомутать. Посмотри в глаз и скажи «ррррр», и ты запоешь ей в душу. Итак, посмотри ей в глаз. Да! Эмма, мы должны придумать запасной план, чтобы оставаться в воде и не делать глупостей, потому что это птица, и это птица, и это птица, это даже не птица. Хорошо, пап. И очень скоро Дори нас забудет. Ты же говорил, что в этом она мастер. Ладно. Так, посмотреть глаз. А в который глаз? Можешь выбрать любой. Бекки! Чуть не забыл. Джаред! Джаред! Иди к нам, сынок! Давай, Джаред, дай нам ведерко и посидишь тут с нами на камне. Да, Джаред, мы обещаем. Вот так. Забирайся к нам сюда. Давай, не стесняйся. Вот так. Не поцарапай кузика, правильно? Спасибо тебе огромное, Джаред. Приятно провести время на этом камне. Удобнее скажи. Время вышло! Вот! Нет, ну это безумие! Ну почему? Я вечно соглашаюсь на всякие авантюры! Как только я тебе скажу... Я посигналю большим всплеском. Внимание! Не сейчас. Не сейчас. Пора. Нет, мы ждем сигнала от судьбы. Знаешь, малыш, я не понимаю, зачем тебе это. В каком смысле? Да ну, столько хлопот ради каких-то рыб. Будь у меня твоя память, я бы уплыл подальше и все забыл. А я не хочу подальше, я хочу к родителям. А я нет, не желаю меня ком знать. Тебе повезло, нет воспоминаний, нет проблем. Нет воспоминаний, нет проблем. Не сейчас, не сейчас. Не надо говорить, если не пора. Скажи, когда будет пора. Итак, вот сейчас и... На счет три. Не считай, скажу пора. Да, на три. Ух ты, вот это да, смотри. Это что? Вперед, вперед, это сигнал. Так, запомни. Судьба сказала ехать строго к указателям открытия океана. Мне отсюда не видно, так что смотреть будешь ты. Указатель открытия океана, я буду смотреть, чтобы не забыть. Указатель открытия океана, указатель открытия океана, указатель открытия океана. Направо. Я веду, ладно? Особенно детей. Они все хватают. Не сбивай меня. Ой, бедняжка. Давай я тебе помогу. Держи. Ой, кошмар. Куда тебе? Куда тебе? Ой, прости. Так, я искала, искала. Какой указатель? Ну, там было самое мощное очки в мире. Что? О чем ты говоришь?
Зачем нам этот указатель? Ну, потому что я его... Нет, это не по плану. Так, все, с меня хватит. Хватит тратить мое время. Нет, мой фургон уходит на закате, и я должен быть там. Так что давай, ерунда. Стой, нет, я вспомнила эту надпись. Ты что? Я все больше вспоминаю, моя память улучшается. Я думаю, мы... Нет, у тебя память никакая. Ее вообще отшибло. Я уверен, поэтому ты и родителей потеряла. Ладно, малыш, давай снизим накал. Знаешь, отдай мне ярлык и... Вот что, Хэм, хоть у тебя и три сердца, ты не слишком добрый. Какие три сердца? О чем ты? У меня нет трех сердец. Нет, есть. Нет. Нет, есть. Нет. Нет, есть. С чего ты взяла-то? Это факт. У осьминога целых три сердца. Два качают кровь в жабы, что? А третий в остальное тело. Тот, у кого три сердца, не должен быть жестоким и говорит, что я потеряла тех, кого люблю. Я их не теряла. Хэнк? Руки. Нет, не Рики. Мне нужен Хэнк. Руки. Да говорю же, Хэнк. Хэнк. Руки. Руки! Ты сейчас говоришь не о Бекке, да? Я скучаю по Дори. Я тоже. Честно говоря, я так за нее волнуюсь. Скорее, она должна волноваться за нас. Она бы точно придумала, как нам отсюда выбраться. Не знаю, как она это делает. Она тоже не знает, пап. Она просто делает. Что ж, тогда нам следует подумать. Что бы сделала Дори? Что бы сделала Дори? Проанализировала ситуацию, сделала выводы и оценила бы все варианты. Пап, нет, так бы ты сделал. Верно, так бы я сделал. Она бы даже не думала. Увидела первое, что попалось на глаза и... А!
Надо просто дышать. Как ты? А сейчас что бы сделала дочь? Что, Хадори? О, мы так рады вас видеть. Вы рады видеть? Это я рад вас видеть. Я годами ни с кем не беседовал. Годами? Ух ты. К сожалению, мы здесь ненадолго. Нам надо уплывать. Зачем вам уплывать? Вы только приплыли. Оставайтесь. Расскажите мне о себе. Я бы с радостью, но нам с сыном срочно надо в карантин. Прекрасно, что... когда есть сын. Да, пожалуй. А у меня нет семьи. Тогда-то я встречался с улиткой. Это замечательно, но... Но у улиток есть глаза. Она смотрела на все иначе. Я шучу. Не о глазах. У улиток есть глаза. Они смотрят тебе в душу и ранят сердце. О, Шелли! За что? За что? Ну, что бы тут Дори сделала? Вместе с вами мы следуем загадочному открытого океана. Ты в стакане. Постой. Осьминога трясется. Надо же. Забудешь меня уже завтра или через минуту. А вот мне тебя уже не забыть. Неужели там мои родители? А ты вообще как? Я готова. Да, не сомневаюсь. Родители,
дороге. Пока идет в фургоне, на закате. Здорово. Что? Нет, теперь родители в карантине, их повезут в Кливленд. Но я только сюда добралась, мне нужно к ним, они не знают где. Не волнуйся, в карантин легко попасть, ты будешь по трубам, милая. У меня не получится. Почему? Я забуду, куда пруду. Мне нельзя находиться там, где мне не смогут помочь. Значит, ты останешь тут навек. Не шути так, Билл. Если надо, отправляйся, ты доплывешь. Здесь в океане точно ничего не получится. Соберись уже. Стена. Дори? Ты где? Я заблудилась в трубах, а родители в карантине. Где здесь Дори? Были нужна твоя эхолокация. Я же не работаю. Будет мыть по трубу, о котором говорила Дори. У меня не получится. Выпусти меня, Пэлли. Давай, Пэлли. Помни, что ты мне говорил. Сосредоточься. Я выбежу. Пэлли. Прости. Мы тут! Ребят! Ребят! Что такое? Вот опять! Я вижу карантин! Это прекрасно! Я вижу тебя! Это просто волшебно! А ты видишь меня? Ах, да, это только... Так, скажи, Дори, повернуть налево! Святой Нептун, она не одна. Что? Кто там? Не знаю, движется к ней. О, нет! Дори, быстрее уплывай! Туда! Что, куда? Право! Дори, право! Она плывет прямо на него! Нет, Дори, возвернись! Молодец, Дори, сейчас тебя направим! Нечто ужасное, так что поплыли отсюда. Я думаю, нам туда, за мной. Нам пора домой. Постойте, мои родители здесь. Правда? Ты нашла их? Ну, не совсем, нет, в смысле, пока нет. Но я знаю, где они. И я не знаю, как туда попасть, но я уверена, что нам помогут. Карантин, точно. Да, кстати, я познакомилась с Семеновым. Он добрый, добрый, в душе. И он мне показал, где выставка. Выставка. Дори? Вдруг они не захотят меня видеть? Что? Почему не захотят? Ведь я потеряла их. Дори, твои родители будут счастливы тебя увидеть. Они так соскучились по своей чудесной дочке. Правда? Дори, знаешь, как мы тебя нашли? Вам сказал моллюск или... Нет. Не устрица? Нет. Моллюск? Нет. А может... Нет. То есть... Нет. Не моллюск. Нам было очень непросто, пока Немо не сказал, что бы сделала Дори. Почему он так сказал? С нашей первой встречи ты учила меня делать такое, о чем я даже не мечтал. Безумные вещи. Как обхитрить акул или прыгать по медузам? И как найти моего сына?
Без тебя ничего бы не получилось. Правда? Не знала, что ты так считаешь. Видно, забыла. Нет, не забыла. Я тебе не говорил. И очень сожалею об этом. Да, Дори, ты такая замечательная, что обязательно найдешь родителей. И у тебя снова будет... будет свой дом. Пап, но тогда нам придется попрощаться с Дори. Да, Немо, придется. Оказаться здесь, в карантине. Ага. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. И они приплыли сюда, чтобы найти тебя. Они здесь. Где они? Дори, это было очень давно. А? Они и так и не вернулись. О, нет. Понимаешь, если рыбы не возвращаются из карантина, это может значить, что они уже... Что? Дори, их уже нет. Они... Все будет хорошо. Все, кто не хочет вовремя, пора на выход. Дори, успокойся. Я поздно. Дори, нет. Послушай меня. Thank you.
всех потеряла. И ничего уже не сделать. Нет, нельзя забывать. Что я забыла? Что-то... Что-то важное. Что? Что же это? Что же это? Она уходит. Все уходит. Уходит, потому что я все забываю. Я все забываю. Все забываю. Это мне масть. Что поделать? Что мне делать? Что делать? Что делать? Что мне делать? Что бы сделала Дори? Я бы огляделась. И что? Тут одна вода. А, вон там водоросли. Лучше водоросли. Только тут камень. Другой и песочек. Вон там. Люблю песочек, он шуршит. Нет, это не помогает. Тут ничего нет. Только водоросли. Водоросли и... Ракушка указывает туда. Я люблю ракушки. Я люблю ракушки. Привет. Я... Собирали и выкладывали. Ракушки. И ты нашла нас. О, милая. Ты нашла нас, знаешь почему? Потому что ты все помнишь. Невероятно. По-особенному. Так, как умеет только Дори. Я нашла вас. Сама по себе. О, милая, правда? Ты была одна. Сама по себе все эти годы? Моя бедная девочка. Ну, я не все время была одна. Марлин и Немо! Вы не видели, куда делась Дори? Серьезно? Столько глаз и совершенно никакого толку. Ой, простите, вы не поможете найти? Где помочь тебе? Пап, смотри, это Дори! О, слава Нептуну. Немо, видишь, я знал, что она найдется. Что? А где Дори? Она с тобой? Мне жаль. Я пытался быть рядом, но не смог. И потерял ее. Что? Все, отправляемся. И Кит проглотил нас, хотя я говорила по-китовски. Кит? Хорошо, что я этого не видел. Вообще-то Марлин никогда не верил, что я говорю по-китовски. Хотя он старается мне верить. Мне уже нравится этот Марлин. Да, а потом мы как-то нашли Немо. Или он меня. Я не помню. Да. Немо очень милый. Он верит в меня, несмотря ни на что. Что бы сделал?
обязательно поблагодарим Марлина и Немо при встрече. Кстати, я знаю это место. Здравствуйте, я Николай Дроздов. Пожалуйста. Это институт морской жизни. Милые, твои друзья здесь? Да, их где-то во что-то поймали и куда-то в чем-то повезли. Фургон, они в фургоне. Это значит, я их больше не вижу. Нет, нет, нет. Что бы сделала Дори? Я знаю, они твои друзья, но с фургоном ведь не поспоришь. Пожалуйста, я знаю только то, что я по ним скучаю. Я правда по ним скучаю. Я это говорила? Дори. Мам, Марлин и Немо не просто друзья. Они... Моя семья. И я должна их вернуть. Наша встреча с ними была вроде провидения. Понимаете, о чем я? Как еще называть провидение? Это судьба. Судьба? Дори? Привет. Это Дори. С ней что-то случилось. Вижу, она уже в институте. Будем прыгать. Прыгать? Нет, не спорить. Судьба. Дори, Дори, фургон с твоими друзьями уезжает. Нет, 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 нет. Самые мощные очки в мире. У тебя самые мощные очки в мире. Я буду твоими глазами. Ну там эти ужасные стены. Нет никаких стен в океане. Нет стен? Судьба, это твоя судьба. Почему ты не говорил мне? Немо?
спасибо! Мы что, позаботились о Дори? Дори! Она осталась там! Мэгги! Ну все, малыш, нам пора прощаться. Нет. Что значит нет? Что ты не едешь в Кливленд. Ты идешь в океан со мной. Зачем тебе разрушать мои планы? Послушай, у меня одна цель в жизни, одна. Нет, это ты послушай. Что хорошего в планах? У меня не бывает планов. Я планировала потеряться? Нет. Я планировала встретить Марлина? Нет. Или нашу с тобой встречу? Стой, мы с тобой. Ты закончил? Думаю, конечно, не планировали, потому что все самое лучшее случайно. Ведь это жизнь. И ты сейчас отправишься со мной в океан, а не в какой-то глупый стеклянный. Можно мне сказать? А я не закончила. Мой друг по имени Николай Дроздов сказал мне, что нужно пройти три этапа. Спасение, лечение и что-то там еще. Верно? Ну, что скажешь? Воля, 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 воля. Пожалуй, скажу, согласен. Это плохо. Дори, говорю тебе, на этот раз выхода нет. На это что? Чтоб я высох, есть другой выход. Верхний вагон завалась. Институт морской жизни. Мы спасаем, лечим и отпускаем на волю.
Я Николай Дроздов. Спасибо, что были с нами. Один, два, три, четыре. Погодите, почему еще три? Эй, куда все делись? Меня что, все бросили? Нет, они бы так не сделали. Ладно, 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 сейчас подумаю. Что же я делала? Я закрыла лицо. Значит, хотела спрятаться. Зачем я хотела спрятаться? Ой, о, 5, 6, 7, 8, 9. Ну все, иду искать. Вот, я вас вижу. Ну вот. Меня никто не нашел. Подходите, подходите. Пора начинать. Вдруг меня, пора начинать урок. А когда мистер Скат вернется из миграции? Ну, если он умен, то как можно позже, а пока его нет, вашим учителем буду я. Дети, а кто хочет узнать об эхолокации? Никто. Ладно, Бусенька, отдыхай. Хороший день на прогулке, да? Ладно, пока, мам, пока, пап. Что ж, тогда поплыли домой и почистим нашу актинию. Ты со мной? Я? Ой, я сплаваю к обрыву. А, хорошо. Что? К обрыву? Нет, это не опасно. Я просто решила насладиться видом. Пока. Видом. Хорошо провести время наедине с собой. И не заблудись там, одна. Дори. Ты выглядишь взволнованным. Да нет, нет, все нормально. Я так всегда выгляжу. Что? Просто ты все смогла. Ура! Ты все смогла! Да! Что смогла? Милая, ты плыла по ракушкам и добралась до дома. Я правда смогла? Совершенно одна? Да. А ты знаешь, что это значит? Это значит, для тебя нет ничего невозможного, Дори. А можно с ними поиграть? Ну, конечно! Поиграй, Бусенька! Да, я все смогла. Действительно прекрасный вид. Yeah.